Всем привет! Вы на моем канале, это вторая часть «Снимаем экспресс». Опять я, здрасте! Сейчас сумку закроем. Вон, велики там. О! Смотрим, как закрывается. Кстати, опять я тут. Смотрим внимательно, подписчики. Оп! Сейчас поднимутся вот эти вот. Штучки, чтобы машина не уехала. Вот эти. Блокирующие. Да. Блок. Также на велике. Поднимайся, блок. Опа! Ну это там все тетя делает. Все, блок поднялся. В советское время этого не было. Было. Не. Так... Ну, ЖД был, только вот этих шлагбаумы были, а вот этой не было. Да. Машины могли спокойно проехать. Угу. Мы уже были с вами в Ногинске, просто обзор на поезд. Снимай. И опять будем показывать либо лайк. В общем, будем шкодить. Да, подпишитесь ради меня. Либо будем показывать вот этот пальчик, вот так. Ой. Я вот тут вот стою. Ну, это не экспресс. Сейчас ты увидишь, это экспресс. Это тоже старый экспресс. Обычно они новенькие. Новенькие. Как ласточки они обычно. Ну, вон там, но здесь никогда не запустят такие. Они максимум идут новые поезда до Владимира. А здесь они... Владимирский централ, ветер северный. А я знаю, как я буду снимать. Чем? Царский трубик. Ну, не. Чё, боишься? Да, на рельсы хотел. Ладно, пофиг. На рельсы хотел? Уйди. Я тебя убью. Вот так. А, да. А он тут не останавливается, по-моему. Какая разница? Он остановится. Да? Да, Б. Как обычно, экспресс уже не останавливается. А он останавливается Нижегородская, железнодорожная. А, нет, он все равно новее. Видишь, у него фары, как у машин. Да, он останавливается Нижегородская, железнодорожная, Фрязьва, Электросталь, машиностроитель и вот, конечно, Ногинск. Экспресс Ногинск. Вот, видишь, остановился. Сейчас будем дверь. Там дяденька улыбнулся. Опять до хрена народа. Меня сейчас собьют опять. Ой. Нет, не Ногинск. Она сейчас поедет, да? Нет, стоять будет. 43-34, а там было 64. Это на 30 меньше. На 32. На 32, меньше. Что там написано, я не вижу. Ну, сейчас он приедет, и я буду. Рекс. Рекс? Рекс. А, так я Рекса видел. А, так это ж Рекс. Я же его видел уже много раз. В Москве особенно, их очень много. Вот, машинист станет легендой. Вон он. Бородачик. Не, вон тот, бородачик. Нет. Он легендой станет. Ту-ту, ёпта. Я опас. Ладно, ячики. Ставьте лайк. Не умер реально. На ветер. О, а он сейчас почему-то дует, хотя электричка уже проехала, ну ладно. Вон, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, да, всем пока. Лайк, я прыгну на рельсы. Хорошо, так поставим всем.